Вопросы благоустройства территории вокруг домов постоянно волнуют активных горожан. И не всегда жители согласны на изменения. Так произошло в Иркутском микрорайоне Приморском. Что именно возмутило людей, знает Евгений Шоев. Отчего так в России березы шумят? Ответ на этот вопрос отлично знают жители микрорайона Приморский в Иркутске. Люди уверены, рано или поздно деревья исчезнут, а на их месте начнется очередное строительство. Лучший повод справиться с проблемой – принять профилактические меры. Именно так подумали жители и начали собирать подписи. Вот 546 – это только у меня на руках. Это подписи против вырубки рощи и строительства хоть чего-либо. Несколько месяцев назад рощу начали обустраивать, посадили более 100 молодых березок. Вот только радость иркутян продолжалась недолго. В один прекрасный момент, в одно утро, их все выкопали. Выкопали с корнем, остались одни только безобразные лунки, о которых люди сейчас вот бегают, ребятишки, спотыкаются об эти лунки. И мы начали наводить справки, и выяснилось, что горзеленхозу кто-то дал указание, кто-то, мы не знаем кто, дали указание все это убрать. Почему убрать? Да потому что все-таки храм будет строиться. Разговоры о строительстве нового храма в черте рощи ходят уже давно. Иркутская епархия уже несколько лет собираются пожертвования. Подтверждают это и официальные документы, в частности, генплан Иркутска. В данной зоне возможно размещение объектов культового назначения. Это церкви, это церковь, это часовня, это может быть иные объекты религиозного значения. Кроме того, это объекты культуры. Но в планах администрации строительство такого объекта не предусмотрено. Вот. И за выдачу разрешения на строительство никто не обращался. Так что пока жители могут быть спокойны. Никаких изменений в ближайшее время в их роще не произойдет. Что же ждет эту зеленую зону в долгосрочной перспективе, сейчас сказать сложно. Но люди в этом районе живут активные и готовы продолжать также рьяно оберегать свою рощу и в будущем. Евгений Шоев, Сергей Полянский. Новости по будням.